Вот, они меня дергали. Тут еще жарена кровь осталась. Испорченной одежде Кристина рада впервые. Еще немного, и ей бы разодрали не джинсы, а ноги. Их девушка едва унесла от стаи бездомных собак, с которой она и ее питомец Жара повстречались в парке. Лабрадору от клыкастой своры серьезно досталось. Была кровь у собаки, то есть, видимо, разгрызли ей живот, потому что кровь шла непосредственно с живота. До больничной койки Кристину и Жару едва не довела тропа здоровья в юго-западном парке. На снегу до сих пор следы крови и клочки шерсти. Мне ничего не оставалось, как кинуть Жару вот в ту кучу и сесть на нее сверху. Слава богу, что вовремя подошли двое мужчин с палками. Они их испугались и убежали в ту сторону. К бездомным собакам отдыхающие уже привыкли. Лыжники от них убегают, по пути ставя рекорды скорости, а прохожие отбиваются тем, что под руку попадется. Видимо, люди берутся, палки. Ну а как больше, как? Больше никак с ними не справиться. Я гикнул ее, иди отсюда. Она ушла там, погавкала, я прошел, она обратно пошла к себе. Обосновалась стая у объездной дороги. За сворой явно кто-то ухаживает. Повсюду миски, тарелки, теплое одеяло и старые вещи. И на самом видном месте послание для незваных гостей. Тех, кто обижает собак, покарает Господь Бог. Вот только пока сила явно на стороне жучек. Как рассказывают местные жители, бродячие собаки в юго-западном лесопарке хозяйничают уже давно. Вся дорога вдоль лесного массива усеяна кровавыми пятнами. Вот это совсем свежее. На место вызываем сотрудников спецавтобазы. Им удается поймать только одного пса. Остальные попрятались. Охотники за животными разводят руками. В лесу они бессильны. Лекарства нужны, снотворные нужны. Хорошие. Хорошие. Они такие, которые вот дают сейчас. Плохие дают? Конечно. Ну что, собака, она через 10 минут только засыпать начинает. За 10 минут собака сколько пробежит? Кристина решила не дожидаться, пока охотники поймают всех собак, и вооружилась сама. Теперь девушка гуляет только вместе с Мальвиной. Так называется электрошокер. 1000 вольт обездвиживает любого злобного артамона. Кирилл Солодков, Владислав Колупаев.